Стационарные телефоны – прошлый век. В этом уверен министр промышленности и энергетики Сергей Лисовский. На пресс-конференции чиновник рассказал, что в прошлом году почти 50 тысяч абонентов отказались от стационарных телефонов в пользу мобильной связи. Большой популярностью у населения пользуется интернет. Общее число абонентов превышает 2 миллиона. Но в регионе существует цифровое неравенство. Оптоволоконную сеть для высокоскоростного доступа прокладывают лишь в населенные пункты численностью не менее 250 человек. Мобильный интернет, напротив, радует. Зона его распространения гораздо шире. В прошлом году в область пришла связь 4G, обеспечивающая большую скорость передачи данных. Беспокоит министр промышленности концепция развития Почты России. Дальнейшему действию почты связи, надо признать, нет. И поэтому, а это очень важная услуга для населения, тем более в отдаленных районах, где Почта России практически оказалась единственной такой сетевой организации. Поэтому правительство области, безусловно, этому вопросу будет уделять большое внимание.